Эй, 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 стой, стой, стой. У меня есть маленькое объявление. Минуточку внимания. Я провожу розыгрыш 5 скинов в CSGO. Если ты хочешь участвовать, заходи в мою группу ВК и репости запись. И тщательно прочитай условия розыгрыша. Ссылку на группу ВК, конечно, ты найдешь в описании. Конкурс будет на моем стриме только тогда, когда на канале стукнет 300 подписчиков или больше. Ну, я вроде бы все сказал. А теперь приятного просмотра и не забудь, пожалуйста, лайк поставить и написать комментарий. Это, ну, чуть-чуть жалко, что ли? Ты видишь это? Ты это видишь, блин? Ты видишь? Да вон там, впереди. Ладно, это облако, на него насрать. Сколько там кораблей-призраков? Прошлый раз мы там... Пипец. А там корабли-призраки. Там их раз, два, три, четыре, пять, шесть. А интересно, они опасные, ну типа? Так, теперь я могу, кстати, типа погромче сделать, у тебя нет жужжания. Очень хорошо, я прям рад. Ну-ка, скажи что-нибудь. Тичма. О! А, все-таки с той стороны? Так. Их надо было убить. Ты конченый? Ты что сделал? Я умер. Я понял. Боже, как все это сложно. Так, следующий остров. А ты нафиг снял? Скажи мне, пожалуйста, мы шо остров еще. Ладно, сейчас быстро найду. Я понял, как он выглядит. Его бы отдыхать. Шо? Ты на него плывешь? Ты плывешь на него? Мень! Ты нормальный? Поворачивай, мы текаем. Божечки. Божечки, у меня друг конченый. Мы заедем в четверг. Сань, проспись. Меняк! Меняк, кого стреляет? Да я понял, все, побазарил, ушел нахер, и мы поплыли. Но он так красиво выглядит. Нет. Чё ты сказал, я трус? Ты, слышь ты, говно, ну, быстро держи курс куда-нибудь, но не к нему. Не беси меня, мень. Только не говори, что ты к нему плывёшь. Я трус не назвал. Ты говна кусок. Ты говна кусок. Мне придется принять меры. Того штурвал, того я штурвал. Мень. Меня, поворачивай. Поворачивай. О, да, впереди должна быть затонувшая роща. Он хилится? Он хилится, да, поэтому его немножко сложновато. Ты тикай. Тикай немного. Защищайся, тикай, уходи, делай что-нибудь. Я, кстати, кое-что придумал. Он же пылающий, да? Берем ведро воды. И хер туды. Охапку дров. И в него... О, нет! Сработало? Нет? Убил? Сработало? Ну ладно, хоть что-то. Ты огибаешь так, что, блин, там проще. Ой, слушай, ты вообще лево бери. Ну вот я еще и говорю, мы как бы... сделали это. Только не сильно, мы не пойдем через кладбище затонувших кораблей. Да пошли через кладбище, я хочу. Мень, ты посмотри, я там не развернусь. Была бы у нас маленькая шкуна, мы бы прошли. Ну, мам. Пошел в жопу, маленький говнюк. Блин, аж подозрительно. Когда ты в море и, ну, вроде красиво, но подозрительно. Боже, как подозрительно красиво. Еще Кракен нас забирает. Кракен подозрева. Чё за звук? Чё за звук? Я тебя... О, твою мать, мень!
Меня! Кто, Кракен? Нет, акула вонючая! Вот это вот звуки, вот эти вот, ну, не из приятных, если честно. Типа, мне все время кажется, что нас скоро кто-то схавает. А я такой, хаваю? А он такой, да, хаваю, вкусно очень. А, вон он, остров, елки-палки. Ах ты ж, блин. Мень, ну елки-палки, ну ты... Ну ты русалку схватишь, да? Да, вот так и есть. Это... Еще есть какая проблема, если молния жахнет корабль, он загорится. Он горит! Он горит! Где бабочка? Понятно. О, меня током жахнуло! Меня! Меня, остановись! Мень, не уходи! Мень! Мень! Меня! Ну и пошел ты нахер, конченый придурок, оставил меня одного на острове. И прям... Реально... О, убил. Что с тебя выпало? Чё? Записки пламенного стража? Мень, ты кончен? Всегда чекаю группу, и вы всегда в ЛС сидите, когда что-то катаете. Да. Я когда что-то снимаю, да, мы вылазим. Так что мне тут распетушился петушара. Да ты сам петушара себе петушка не видел. Хотите, покажу своего петушка? Давай без этого. Ладно. В другой раз. Понабрали всех варденов и в жопу жагеритесь. Ага. Ведь человек, который тоже хочет вардена и, соответственно, в жопу жарится. А в каком смысле он его хочет? Ну-ка, в смысле тоже, то есть... Тебе нравятся усатые мужики в очках. Внучок! Принеси мне таблетки, я запью их редбулом. Вот, тарелочка наша. Короче, Германия, я качаю национализм. Внучок! Так валит старый, задолбал. Коммунизм качай. Какая нахрен Германия, внучок? Фашизм. Ты же русский! Ты наш, отечественный! Ты как наш автопром! А то стыкунчик. Не дай бог. Ты как наш автопром. Автопром! Андрюша! Я завещаю тебе Такамацу и Нагоя Киото! Господи! Единственное! Принеси мне хвост мыши! Хочу хвост мыши! И редбул! На районе скидываются на лечение или так? Давно перестали. Не помогает. Пока скидывались, вроде еще сдерживали. Только перестали так все. А знаешь, как хочется жить. Наслаждаться восходом морян. Коммунисты уже. А знаешь, как хочется коммунизм. И наслаждаться восходом бахряным. Такое лень, просто, я в шоке. Боже, какая же это фигня! Я так больше не могу! Купи мне Редбула! Где? Ты знаешь, как хочется жить и наслаждаться... Редбулом! Неси Редбул! Такое ленивот, просто. Бёрн хочу, Бёрн! О, слушай, я сейчас смотрю... Айхенвальд, это ж карта есть такая в этом. Овервотч? Да. Овервотч, ребята. Ага, Овервотч. Не Сибёрн, тварь! Меня осуждают.